Вы водку пьете? Анисовую. Так. Анисовой, к сожалению, нет. У Шурика нет, а у нас есть. Анисовая водка, она называется пастис, оказывается. Вернее, это не совсем водка, это, скорее всего, крепленый ликер. Ее крепость 45 градусов. Сейчас мы ее отведаем и доложим. Чем-то похоже на самбуку и абсент. Короче, гадость.